Ну что, дорогие друзья, опять пришла весна и лучики тепла. Беда у меня. Значит, вот стоит банька. Благо, я засыпал песок под основание бани. Там все под баней сухо. Нету водички. Как мы видим, из леса, в лесу стоит болото. Это уже не территория участка моего, потому что участок мой, ну, где-то вот, ну, метра полтора-два, два с половиной от границы с лесом. Значит, здесь болото. Понятное дело, что болото это ищет самое низкое место. И это болото ходит в мою канаву, которую я прорыл прошлой осенью. Уходит и уходит в лес. Здесь все хорошо, казалось бы, но не все и не совсем. Так как вот там места, ближе к лесу, уже в лесу, они ниже, нежели моя канава. Вот. И мне для того, чтобы вода здесь вообще нигде не стояла, мне нужно прокопать в дренажную канаву какую-то, еще одну канаву. Извиняюсь за тавтологию. Ну, соответственно, чем я сейчас и буду заниматься, буду искать самое выгодное для копки место, если это так можно назвать. Буду приступать копать, буду осушать, так сказать, ну, не свой участок, а лес, чтобы он меня не подтапливал, чтобы он не подтапливал ничего, чтобы вот он сваю не подтапливал, потому что свай здесь, она прям рядышком обходит, вот. Поэтому что, приступаем к работе. Здесь будет, конечно, копать сложно, потому что здесь елки старые, корни очень большие. Вот. Но если что, постараюсь проходить под корнями. В идеале, конечно, где-то там подальше провести эту канаву. Но это рыть метра 3-4. Меня это не пугает. Пугает немножко другое. То, что буду копать, а толку от этого не будет. Почему? Потому что здесь более или менее высокий уровень канавы. Туда, в лесу, она канава ниже по уровню. То есть это если... копать, то копать очень много, метров 7. Я не буду глубокую копать, мне нужно просто сделать уклон в сторону своей канавы. В принципе, банька находится, конечно, по уровню ниже, просто здесь вот бугор идет, бугор, и в канаву туда уже уходит. Ну что, говорить, конечно, хорошо, у меня еще снега здесь много, соответственно, этот снег, он, конечно же, будет уходить нормально. Здесь вот у меня березка когда-то стояла. Видимо, когда-то здесь ключевое слово. То есть, в принципе, ее можно отсюда вытрать. Упс. Чувствую, я сейчас весь уделаюсь. Вот. Я думаю, что здесь как раз и можно пройти будет. Потому что береза трухлявая. Ну что, приступим?
Ну, теперь с другой стороны бани. Здесь вообще по щиколотку воды очень много стоит. Надо просто как-то просто собрать, что ли, проделать траншею, но уже не копать, потому что здесь вот граница очень близко участка чужого. Вот. Поэтому придется как-то вот аккуратненько. Ну вот, снова убрал. Да, здесь увеличился, конечно. Напор увеличился. А я еще думал, там я сделал канавы эти или не там. Так как я такой ранней весной здесь бываю в первый раз. Снег еще даже не везде сошел. Вот. Там. Однозначно там. Но я думаю, к вечеру воды уже здесь, по крайней мере, вот в этом месте должно быть сильно меньше. Что я хочу сказать в заключении сегодняшнего дня. Минусы вы все увидели. Леса. Это торф. Это болото. Мягкая земля. Вода. Вот, покупая в лесу участок, нужно понимать, осознавать, что это недешево. Недешево в плане того, что землю придется, скорее всего, осушать от болот, от застоя воды. Я вам скажу, здесь надо очень много-много КАМАЗов. Это, мне кажется, там штук 300, чтобы поднять мой участок полностью. Конечно же, этим я заниматься не буду, не миллионер из трущоб. Вот. Просто вы должны понимать, что лес — это красиво, хорошо, природа, воздух чистый. Но и свои минусы — это болото, возможно, это тень. Да и, в принципе, дикие животные, наверное, еще. Хотя я не знаю, к плюсам или к минусам это отнести. Так что делайте выводы сами. Тут все без купюр, все показал. Есть нюансы. Мне работать тут еще тоже очень много. Считаю, только-только-только начал эту работу. Ну, в принципе, все. Всем счастливо, всем пока.